Современную жизнь уже невозможно представить без цифровых технологий, поэтому спрос на IT-специалистов только растет. И сейчас жители Иркутской области могут освоить такую специальность в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Минимальный срок обучения – 250 академических часов, при этом 144 из них посвящены программированию. Сейчас иркутянам доступны курсы по веб-разработке, технологиям искусственного интеллекта, тестированию программного обеспечения и другие. Получить новое образование может любой житель России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Предполагается, что к концу 2024 года новую профессию получат 110 тысяч человек. Каталог образовательных программ постоянно пополняется. Познакомиться со всеми ними можно на сайте цифровые-профессии.рф.